Господа, всем здорово. Я сегодня нахожусь в офисе. Валюха там уехала в 20-й, в 100-500, 10-й, в 100-500 миллион, 50-й раз сдавать на права. Вот. Заказы не ждут. Соответственно, я включился в работу. Тут вот у нас уже как осадки напечатаны. Ну что, небольшой контент. Короче, печатаю. Сейчас винил для фудтрака. Максимально прикольно. Единственное, что у них что-то это с пиксельностью не то. Но причем это типа не мой косяк. Вот, у них такой макет. Но в целом, типа, вот с расстояния метра вполне себе. Вот не люблю я, когда не мои макеты печатаются. По цветам в целом вообще все зашибок. Ничего вообще такого критичного, криминального не вижу. Так что так. Мне тут еще куковать до утра, походу, да? Ребят, короче, контент. Стою я сейчас на КАДе. Ехал на работу, довольно-таки такой поменял колеса. В общем, вот, смотрите. Пишу вот отзыв в шиномонтаж. На данную шинку я, наверное, больше никогда в жизни не поеду. Сейчас покажу, что они мне сделали. Вы вообще просто охуеете. Бля, вот такая хуйня, короче, происходит. Вот так вот они поставили мне колесо. Колесо номер раз. Сожралось, блядь, полностью, блядь. Колесо номер два тоже сожралось. Короче, господа, официальный ответ шинщика о том, что диски колхозные, и я сам должен был проверять, сядут ли они сюда или не сядут. То есть не они должны выполнять свою работу, а я должен типа вот за ними проверять это все, да? Нормально. Между прочим, тут другая смена, когда работала, они мне колеса прокручивали. Короче, все, мы уехали с этого места. Ребята поехали по своим делам, я полетел на работу. В общем, не стал я ждать. Гаишников хотел сказать, не стала ждать полицию. Очень долго это все происходило. Вот. Че, блин, я понял свою вину, бля. Моя вина в том, что, блядь, за долбом надо следить, блядь. Неприятно, конечно, то, что они сразу сказали, что вот ты, блядь, Вова, сам дурак, блядь. Хотя я искренне до сих пор не понимаю, блядь, в чем я дурак. Я приехал с колесами, сказав, что, блядь, я не знаю, встанут или нет по размерам. Проверьте, пожалуйста. По разболтовке встали и зашибись. Чисто это, на детейлинговых движениях. Тут хозяин территории пригнал к нам свою Audi. Вот, и фары начали делать. Это не готово, еще вообще не полировано. Это уже сделано. И в пленке, и так далее. Вот. Ну, вид, конечно, вообще имеет. Офигенный. Сейчас еще парочку дней пройдет. Фары, короче, примут. Точнее, пленка примет на фарах свою позицию. Приклеится до конца. Пузырики уйдут мелкие. Хотя наклеил так. Без пузыриков. И клей нигде не пошел. Ну, то есть, нигде не перетянул, ничего. Офигенно наклеил. Вот. Но под ручками в другой день, потому что у меня с собой лезвий нет нормальных. На фары пойдет. Вот. А кузов резать боюсь. Вот так. Первый кэш. Короче, господа. У меня нет слов.
Это чисто Audi Q7, блядь. Губа на саморезах. Сделал фарки. Они у него прям вообще идеально получились. Прям то, что надо, там, где надо. Ну-ка, на этой арке есть такая же хрень. Но эта арка получше будет. Вот. Ну что, сейчас сделаю арочку и все. И хорош. Добро пожаловать в очередной день. Audi я выгнал. И решили мы с Эдуардом, что Audi мы доставляем ему до дома. Сейчас. Блин, вообще круто получилось. Ну что, господа, вот отвожу машину клиенту. Сейчас посмотрел фары на улице. Вообще просто замечательно получились. Все мыльные там разводики и так далее, они все за ночь подсохли. Пленка приняла как бы свое положение и прям вообще просто четко смотрится. Ну, про полировку кузова я там уже молчу. Вот. Она, естественно, получилась отлично. Ну, опять же, по сравнению с тем, то, что было, да? Вот. И все, вот еду, отвожу.